Друзья, всем привет! Это будет небольшой видеообзор отеля Seven Seas, отель Life Кемер. Отель находится в поселке Гейнюк, это регион Кемера, около 60 километров от аэропорта Антали. Как обычно, посмотрим территорию, номерной фонд, узнаем особенность проживания в данном отеле. Да, смотрите обязательно до конца. В конце подведем итоги, стоит сюда ехать или нет. Я поделюсь с вами своим впечатлением, мнением. Вот, с вами я, Сергей Афанасьев, компания Турагент 63. Мы являемся онлайн-туристическим агентством и бронируем тур из всех городов и этого, все страны. Давайте смотреть. Название отеля Seven Seas Hotel Life. У нас отель 5 звезд и концепция ультра, все включено. Итак, друзья, вот так вот велично выглядит у нас здание отеля Seven Seas. Seven Seas — это торговая марка, бренд, который продает у нас туроператор Coral Travel Sanmar. Сейчас с вами зайдем на территорию отеля, посмотрим, что же здесь такого. С первых впечатлений сразу говорю, мне нравится. Достаточно стильный такой, видно, что новенький отельчик. О, ну вот, элементарно, да? То есть это вот вся мая 24 года, вот такие люстры сейчас, по-моему, актуальны. На входе гостей встречают нас пироженки, печенюшки, яблочки, фруктики, напитки прохладительные, охлаждающие. В зоне ресепшн, смотрите, впервые вижу такой Let's Play. Это какое-то место для игры. Пока родители заселяются, дети, чтобы не капризничали с дороги, могут посидеть, немного поиграть. Вот такой вот центральный холл мы видим с панорамным остеклением, крышей. На минус первом этаже там магазины, шопинги различные и большая-большая зона для отдыха, чилл-аут. Кстати, друзья, хочу сказать огромное спасибо всем нашим дорогим туристам, кто уже ранее обращался в наше агентство за бронированием тура. Спасибо за ваши эмоции, которыми вы делитесь, возвращаясь в поездок. Спасибо за ваши впечатления, а также спасибо за ваши отзывы, которые оставляете о нашей работе. Для нас, честно скажу, это важно. Нас это реально вдохновляет на нашу работу и помогает нам снимать новые-новые видеообзоры отелей для вас. Вот, кстати, все отзывы о нашей работе легко найти в интернете. Просто забейте в поисковой строке «Турагент 63», там вы найдете актуальную информацию о нас. Ну и для себя примите решение, стоит вообще нам доверять или нет. Если вам нужна помощь в бронировании тура, то заходите по ссылке в описании к этому видео на наш сайт Турагент 63, оставляйте заявку, мы с вами свяжемся и гарантированно подберем для вас наилучший вариант для вашего отдыха. У нас в территории 6 ресторанов, один главный ресторан, обед, ужин, завтрак, ночной снег там. Один снэк-ресторан в течение дня работает в системе а-ля карт, но без резервации. Гости могут просто идти и пользоваться. И 4 а-ля-карт ресторана. Итальянский, турецкий, рыбный и барбекю. Итальянский, турецкий ресторан можно резервировать по одному разу, бесплатно. Итальянский, турецкий. А рыбный и барбекю, они за дополнительную плату. Стоимость 25 евро с каждого взрослого. Для детей до 6 лет бесплатно. А с 6 до 12 лет с 50% скидкой. Смотрите, друзья, в районе пляжа есть кебаб-хаус. Днем он работает как снэк-ресторан, а в вечернее время как а-ля-карт. 5 бассейнов есть у нас. 2 из них здесь, на главной территории. И один бассейн с подогревом для всех, для взрослых, для детей. Здесь сразу находится подогрев. Обычно работает в начале и в конце сезона по погоде. Но сейчас, например, подогрев еще работает. Есть еще 2 бассейна в территории детского клуба. Эти тоже с подогревом. Эти бассейны для детей. И в территории детского клуба еще 3 водные горки. Они тоже и для взрослых, и для детей. Все можно. Смотрите, то есть вот он расположен у нас основной центральный корпус. Да? Во дворе у нас есть бассейн. Смотрите, интересный форм такой извилистый. По периметру стоят также шезлонги. Шезлонги видно отсюда прям, они новенькие все. Ну, образца у нас создают зонтики. Территория достаточно компактная. Вот, ребят, вот она. Но столько много зелени, столько уютно. Блин, класс.
Для детей у нас как отель семейный, поэтому для семьи, для детей много всего есть. Например, отдельный тут ресторан, отдельный буфет для детей. Мы там даем всякие отварные овощи, мясо, рыба, котлетки, паста, баночное питание, молоко. Есть даже все аппараты, миксер, микроволновка, стерилизатор для бутылок подогревателей. Все есть, все бесплатно, можно пользоваться там в уголке. Такой же буфет есть в детском клубе, в течение дня работает. Только в обед там как полноценный буфет, а остальное время как снег, можно там еда есть всегда. Даже в номер предоставляем горшок, ванночку, подставку, детскую кроватку. Все бесплатно по запросу. Детская коляска есть, они за дополнительную плату можно снять с ресепшена. И есть детские бэби-фоны, то есть детские камеры, все, они тоже за дополнительную плату, все есть. Смотрите, друзья, прогуливаясь по территории, вот насколько, вот хочу прям сделать акцент, насколько сильно, ровно прям выстрижена травка, сильно, вообще круто выстрижена, как будто здесь как на гольф-поле, без преувеличения. Пальмы, сосны, блин, сочетание такое офигенное, и настолько все четко, новенькое. Кабанов, можно просто посидеть в компании, уединиться. А мы с вами направляемся по направлению к пляжу. Территория отеля, повторюсь еще раз, очень компактная. Здесь находится, кстати, фитнес-центр. Он достаточно небольшой такой, скажем, да. Вот, а там видно, вон стоят новенькие тренажеры. Есть набор кардиотренажеров, гантели. Hello. И в центре стоят силовые тренажеры. Пляж, наш пляж, 180 метров длина, пляж сам песчаный, но вход в море галька и есть камни. Здесь на районе Кемера, здесь немножко глубоко. Есть пирс, кому не нравится вот этот камни, с пирса можно прыгать и плавать там далеко. На пляже также есть у нас кабаны, павильоны, они за дополнительную плату. Есть разные пакеты без сервиса, либо с сервисом. Вот для резервации гости могут к нам подойти и получить подробную информацию. Есть теннисный стол, хоккей, территория компактная, ребят. Мы сейчас с вами вот выходим на пляж, сейчас покажу, как выглядит пляж. Блин, уютно. Вот эти огромные такие большие навесы, которые спасают нас от палящего солнца. Шезлонги пластиковые, хорошего качества, достаточно мягкие. На пляже у нас мы видим такой вот, нет, больше не назвать его песочек, а такой как камушки. Миленький, или как крупный песок, наверное, правильно будет сказать, да? При входе в море мы видим здесь мелкие такое галечка. Комфортно, можно ходить в принципе и босиком спокойно, но лучше использовать обувь, потому что пройдя чуть дальше, мы с вами увидим сейчас на дне камушки, и для вашего комфортного купания было бы использовать, наверное, обувь. Водичка идеально прозрачная, чистая, смотрите, видно. То есть с пляжа можно хорошо понырять, там есть лестница хорошего качества, можно спокойно подниматься. Кстати, пирс как будто новый, прям вообще новый, деревянный. То есть стоят шезлонги, народ загорает. И загорать в летний период времени на пирсы лучше всего, не чувствуется так сильно жара. И смотрите, какой потрясающий вид открывается отсюда, на Кемеровские горы, на всю эту потрясающую зеленую территорию. В зоне пляжа у нас деревянный настил, позволяющий спокойно ходить, не обжигая ноги, комфортно. В конце мы видим с вами небольшую детскую площадку, там же есть волейбольная площадка. И вот там мы видим с правой стороны, видите, кабаны, такие для такого уединенного отдыха. Отдых в кабанах идет за отдельную плату. Народ играет, видим, вон на пляже в бочу. Также у нас есть 6 баров на территории. Один лобби-бар. Лобби-бар работает 24 часа. Находится сразу здесь.
бич-бар, пул-бар, даже возле пул-бара есть специальный уголок кофе-корнер, там бариста в течение дня готовит кофе. Есть новый бар, в этом году построили новый бар возле пляжа, и диско-бар. Дискотека у нас есть закрытый. Работает каждый день с 11 вечера до 2 ночи. В принципе, во всех барах подаются алкогольные напитки, и локальные, и некоторые импортные алкогольные напитки, и коктейли всякие, и софт-дринк. Самый дорогой алкоголь какой есть? Ну, по-разному. Есть, например, Ballantine's, Red Labels, Chivas. Chivas за дополнительную плату. Chivas и Jack Daniels, они платные. На самом деле, эту информацию можно найти во всех барах. Там четко все указано, какие бесплатные, какие платные. Даже стоимость и все написано. Смотрите, не мог не показать. Новая площадка, тоже в районе пляжа находится. Здесь сцена с профессиональным звуковым световым оборудованием. Смотрите, высокие такие барные столики со стульчиками, да? Все новенькое, вообще кайфовенько. Сидим, наблюдаем за шоу-программы. Блин, цветочки, нескользящие покрытия. Такие стоят бунгало двухэтажные, тоже, смотрите, обновленные. И все это в окружении зелени. Кайфно. Кстати, друзья, мы расширяем штат сотрудников нашей компании. Если вы мечтаете работать в туризме или когда-то работали в туризме и хотите вновь сюда вернуться, то добро пожаловать в нашу команду. Мы будем рады вас видеть. Мы абсолютно бесплатно вас всему научим. Вы гарантированно будете тратить в 2 раза меньше времени, но при этом будете зарабатывать гарантированно в 2 раза больше, чем в любом другом агентстве. Мы ищем менеджеров по продажам в туризме онлайн. Если вам интересно данное предложение, то напишите на WhatsApp по номеру телефона, указанного внизу экрана. Ищу работу, хочу работать у вас. Анимация у нас активная и для детей, и для взрослых. Для детей тут у нас детский клуб, мы тут работаем, Sun Family Club, тоже специальный педагог из Sun Family Club, занимается с детьми в течение дня, и они организуют всякие мастер-классы, разные развлечения, для них детский фестиваль бывает. И, например, есть тренер по плаванию, это бесплатно, по записи можно записаться в детском клубе. Для взрослых тоже в течение дня всякие спортивные анимации, йога, фитнес, боча, дартс, волейбол, все есть. По вечерам у нас живое шоу, шоу в амфитеатре, и минимум 3 раза в неделю живая музыка на сцене. 3 лет. Вот так вот выглядит у нас детский мини-клуб. Для детей можно оставлять в возрасте 4 лет. Здесь детьми занимаются. Смотрите, здесь же деткам можно перекусить. Есть фрукты, овощи, еда диетическая, хлопья, водичка, соки, мороженое представлено. Здесь можно перекусить. И, пожалуйста, смотрите, дети катаются здесь с горки. Соответственно, там маленький бассейн для совсем малышей. Под навесом классно все это сделано. И здесь отдельное помещение для когда с детьми занимаются по интересам. Сейчас все дети только что вышли большой командой, ушли на какие-то мероприятия и активности, поэтому мы здесь с вами не видим никого, ничего. Только что перед нами все вышли. Ну, смотрите, очень уютно. Опять-таки, все это в окружении зелени, деревьев. То есть можно там расположиться со своим малышом, пожалуйста, под навесом, рядом с горочками. Вокруг прорезиненные покрытия. Совсем маленький, скажем так, бассейн. Небольшая игровая площадочка. И здесь же вывешено расписание всех активностей. То есть клуб работает с 10 утра до 22.00. И на каждый день расписано расписание. Видишь, кинотеатр, PlayStation, комната, мини-диск, мини-клуб. То есть и на каждый час, соответственно, расписывается свое расписание. То есть что занимаются? Вот видите, воркшоп, making face, fighting. То есть вот на сегодняшний день, да, мероприятие на 11, на 15 и так далее. Важный момент, смотрите, рядом с детским мини-клубом находится огромнейший новый амфитеатр. То есть основные представления у нас происходят как раз вот здесь, вот в этом амфитеатре. А то, что мы с вами видели возле бара, который на пляже, там, соответственно, живая музыка и просто пати-вечеринки. Тут же находится рядышком у нас
теннисный корт, и рядом с ним там еще мини-футбольное поле. Вот здесь вот буквально. У нас в отеле всего 295 номеров, и большинство номеров расположено здесь, в главном корпусе. Тут три категории: стандартные номера, семейные номера и супериор номера. Стандартные номера 25 квадратов и 2 плюс 1 проживание. Семейные номера 31 квадрат, 2 плюс 2 и супериор номера 50 квадратов, также 2 плюс 2. И в номерах Superior дополнительные кроватки SofaBed. Есть у нас еще бунгало корпуса, там две категории, и стандартные, и семейные. Номера, в принципе, такие же, как здесь в главном корпусе. Главная разница – расположение. Они расположены по бокам нашей территории, один от главного корпуса. И последний корпус у нас – Residence. Это новый корпус. Мы построили этот корпус в 2020 году. Но из-за пандемии и других проблем открыли только в прошлом году полностью. Там тоже две категории. Есть стандартные и семейные номера. Там, конечно, номера побольше, пошире, посовременнее, все новая техника, все красивые. Стандартные номера 37 квадратов, 2 плюс 1. Семейные номера 55 квадратов. Туда даже можно 3 плюс 2 вместиться, потому что два стандартного номера соединяются с одним коридором, то есть connect room получается. И в стандартных, и семейных номерах дополнительные кроватки, все SofaBed в этих номерах. Номер категории «Superior» расположенный в основном здании. Реновация номеров была проведена в 2020 году. То есть видим, при входе большая гостиная. Вот эти вот два диванчика, они трансформируются в два спальных места. То есть застилаются, да? Получается реально большой. Здесь для телевизор для детей, соответственно. Большая спальня родительская, такая имитация под, за перегородкой, скажем так. Ну, очень большой, светлый номер. Я, в принципе, вообще не придерживаюсь. Матрасик очень мягкий, приятный. Мебель достаточно хорошего качества. Есть, соответственно, мини-бар. Здесь вот мебель не совсем новая. Чай, кофе, все это пополняется. Водичка есть. Мини-бары. Видите, пиво есть, напитки газированные есть. Сок есть. И выходим с вами на террасу. Здесь есть мебель, смотрите, какая большая, огромная терраса, обалдеть просто. И вид на территорию, смотрите, насколько все классно, ухожено, и вид боковой идет на море. Смотрите, сколько много зелени, красота, травка выстрижена, как будто мы с вами на гольф-поле попали, без привлечения, прям как по иголке, как по ниточке все это сделано. И покажу, как выглядит ванная комната. Здесь все мыльные принадлежности, косметика фирменная Seven Seas. И здесь у нас душевая кабина. Друзья, все чисто. Вообще ни потеков, ни грязи, ни помарки. Все новенькое, классно. Фен имеется. Сейф имеется, тапочки имеются. Халат, если нужно, вам принесут. Номер категории семейный, двухкомнатный. В одной комнате у нас большая кровать, реально она как будто ширину 1.2 метра, если не больше, да, это реально. Здесь в этом комнате у нас нет балкончика, есть рабочая поверхность, телевизор, есть гардероб. Во второй комнате мы видим две односпальных кроватки, и вот уже из этой комнаты у нас есть сами балкончик с сушилкой, с мебелью. И смотрите, обалдеть, какой вид открывается на территорию. Это просто чудеса, ребят, какие-то. Просто супер. Картинка хорошая. Приятно смотреть. Ну и, соответственно, здесь же также есть такая ванная комната, как во всех номерах. И здесь душевая кабина с поддоном. Друзья, справа от основного корпуса находится вот новый корпус, он называется «Резиденс», он был построен у нас буквально год назад. Видите, все абсолютно новое, абсолютненько новое. Сейчас посмотрим, как выглядят там номера. Посмотрите, видите, с такими деревянными балкончиками, это основное здание старого образца. А мы с вами зайдем сейчас в новый корпус.
Ну, есть все как новое. В принципе, как новое. Есть все нульцевое, да. Номер категории стандарт резиденс. О, смотрите, какая большая ванная комната, туалет, соответственно, здесь огромнейшее зеркало с подсветкой в современных стильных отелях. Смотрите, здесь набор косметических средств у нас, шампуней, можем для бритья, ватные палочки, все, что вы захотите, все здесь есть. Вот, большая дверочка, душевая кабина. Приятно, когда все новенькое, чистенькое, зона гардероба. Здесь у нас есть чайный набор, чай, кофе, водичка выполняется. Напитки тоже, большая поверхность, большой телевизор, зеркало. Смотрите, о, какая широченная кроватка, прям милое дело. Мягенький, прям как в очень дорогих отелях. Когда матрас мягкий, значит, это говорит о хорошем качестве. Хороший на матрасниках. Большущий номер. Здесь вот эта софа, она трансформируется еще в односпальное место. Можно спокойно. Смотрите, столик приятный для того, чтобы перекусить. Фрукты принесут вам комплимент. Например, номер очень большой, стильный. Шторки, блэкаут. И выходим на балкончик. Здесь мебель, сушилка из мебели. Смотрите, как тихо, спокойно. Ни шума, ни музыки, ничего. Красота. Номер категории бунгало, фэмили, вернее, номер категории фэмили в бунгало, в котором сейчас только что мы смотрели. Первая большущая спальня, все новенькое, чистенькое. Матрасик средней жесткости, приятная атмосфера, чайный набор, стол, телевизор есть, все как положено. И вторая спальня. Очень большая спальня. Смотрите, здесь две односпальных кроватки для ваших детей. Есть зона гардероба, есть рабочая поверхность. И выход, смотрите, на террасу, как можно кайфово выходить. Выходим с вами и наслаждаемся. И также есть, как во всех номерах, ванная комната со всеми мыльными принадлежностями. Косметика, полотенце есть, фен есть. И душевая кабина достаточно хорошая, большая. Блин, все чистенько, все аккуратно, не придерешься. Номер категории стандарт, расположенный в бунгало. Такой же, как и в главном здании, большая широченная кровать, плюс одно еще дополнительное место. Если вы едете вчером, для малыша здесь можно еще люльку маленькую поставить. Также рабочая поверхность, чай, кофе, телевизор старенький. Все очень чисто, ребята, все очень чисто. И такая же ванная комната, как во всех предыдущих номерах. То есть дизайн абсолютно все то же самое. Друзья, смотрите, и вот вы выходите на террасу, перед вами открывается такой потрясающий вид. Здесь можно полежать в гамачке, можно просто в кресле полежать. И все это, видите, в тени деревьев. Прям даже в самый пик жары здесь будет очень комфортно находиться, отдыхать. Знаете, как повело красиво сосну от ветра или от чего. Видите, насколько ухаживают, что-то там ставят, светильнички меняют, персонал. Очень зеленый, выстроенная травка. Прям вообще круто. Друзья, вы меня часто спрашиваете в комментариях, сколько стоит тот или иной отель. Здесь, к сожалению, нет однозначного ответа, потому что на стоимость тура у нас влияет и город вылета, и количество ночей, и время года, ну и десяток других факторов. Но есть простое решение. Переходите по ссылке в описании к этому видео на наш сайт Турагент63. Там есть модуль поиска тура с актуальными ценами, с вылетом из всех городов России. Там вы легко сможете самостоятельно рассчитать стоимость вашего тура. Опять же, если у вас не получилось самостоятельно сделать, то там же на сайте можно оставить заявку. С вами свяжутся менеджеры, ответят на все интересующие вас вопросы, а также гарантированно подберут для вас наилучший вариант для вашего отдыха. Мы будем рады вам помочь. Друзья, подводя итоги нашей, скажем так, небольшой инспекции данного отеля, честно скажу, мне данный отель понравился, потому что он новенький, все современное, стильное, выстриженная травка, я прям обожаю, да, вообще все. Очень ухоженный отель, внимательный персонал, качественное питание. Мы пообщались со многими гостями, кто отдыхает здесь уже, замечаний абсолютно никаких нету, то есть всем абсолютно все нравится.
Какой нюанс? Нюанс какой? Да у меня, в принципе, нет никаких замечаний в адрес этого отеля, честно скажу. Вот, данный отель мы однозначно заносим в список рекомендуемых нами отелей. Вот, если у вас остались вопросы по данному отелю, то переходите по ссылке в описании к этому видео на наш сайт Турагент.ру, оставляйте заявку, с вами свяжется менеджер, ответит на все интересующие вас вопросы и обязательно подберу для вас наилучший вариант для вашего отдыха. Спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Пока-пока.